Это важно. Новость взята из открытых источников. РИА Новости. 17 ноября 2020 года. В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках. Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в Российскую Конституцию. Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее второй срок, примечание редакции, на день официального опубликования решения о назначении выборов, сообщил Клишас РИА Новости. По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас. Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.